Кандидат филологических наук, общественный деятель Елена Гоголева отмечает свой юбилей. Елена Михайловна – почетный работник высшего профессионального образования. Она награждена за заслуги перед Магаданом. Елена Михайловна рассказала, с каким настроением встречает свой день рождения. Если честно ответить на этот вопрос, то с очень сложным настроением. Потому что сегодня у меня день рождения, а завтра мы прощаемся с замечательным мальчиком Ваней Борицким, который погиб от удара током. Если вернуться только в светлое, то я не ожидала, что встречу 75 лет. Мне казалось, что люди так долго не живут. Но, очевидно, аппетит приходит во время еды, как говорили раньше, во время проживания. Но я рада, потому что очень много хороших людей уже откликнулось, начали писать с ночи и сказали много хороших слов. Елена Михайловна родилась на Колыме. Ее родители преподавали в первой школе Магадана. Елена Михайловна посвятила свою жизнь Северу. Она много лет преподавала в английской гимназии и СВГУ. Мэр Магадана Юрий Гришан лично поздравил именинницу. Обожаю всю вашу семью. Я благодарю вас за все, что вы делаете для города Магадан. Но тем не менее, вот букет – это от всего города. Вечерний Магадан присоединяется к поздравлениям и желает Елене Михайловне крепкого здоровья и долгих лет жизни.